Выиграли? А кто из девочек выиграл? Да, Амазонка Вокзал Николай выиграла. Дубовик, И скорее все? всего, все-таки не будут принимать Остальные девочки участие, не к проиграли? сожалению. Или ничего Так, сделали? сколько у нас? Так, кто Ничья, проиграл, да, команда проиграли. ничего не сделала. Так, Так, я а, нет, играю с я Мариной играю Корониной. Так, у нас 30 секунд на первый с ход. Нужно международным решить, что мы женским будем делать. мастером Самое главное здесь Ириной это вывести Бараевой. наших Приветствую слонов. соперницу. Давайте пойдем Ну, сейчас Е4. мне стопудово сейчас меня тут Чтобы этого раскатают слона ходов открыть. 10. В общем, считайте ходы. И b3. Так. Но они могут, правда, в ответ Вперед. e5 двинуть. c5. Первый ход b3, есть. на b3 могут и e5 пойти. Так, ну b3, ладно, все равно Так, второй. сходим. Точнее, полтора, теперь два. Ладно, не буду считать, f6. сами считайте, пожалуйста. А мы повторим. Это я так За лично делаю. черными тоже выстраиваем Надеюсь продержаться такую больше 10 батарею. ходов, да. Так, теперь надо куда-нибудь вывести коней. В принципе, скажем, новым соперникам примерно та же история будет. Это чтобы можно было слона куда-нибудь на c4 вывести, но в длинную рокировку мы, наверное, ходить уже не Так, да, с будем. комментариями мне пока не очень. Так, вывели слона. Так, коня здесь Напали на уберем коня, с подбоя. кстати. Ой, на e7 хотела пойти, но туда нельзя. Я так понимаю, первая партия, Слон по идее. c3, нет, слон c3, конь только пойдет, куда ему надо. Ладно, выводим тоже коня. Кстати, Да. можно же рокировку сделать в Не короткую знаю. сторону. Но черные, Ну да, правда, не я знаю, раньше могут когда-то ничья двигаться, смотрел куда им и пешки. ролики еще, когда не стримила, Пока король в потом мне центре, сестра может быть, c3, появилась. Ну и d4. потом я немножко, ну, тоже Имеет пока сейчас смысл в данный момент не провести. подписан. Может быть, я потом когда-нибудь передумаю, но пока. Пока черные так пешки надвинули, Так, пока не у хочет. них Так, получаются что слабые делать? поля на b5 и на d5. Так, пешка ходить нельзя. И можно Где попробовать слон устроить тогда туда ворвется на e6? нашего коня. Ферзян тоже надо как-то вывести. Нельзя, может, пока белопольник открыть. b6. Потом слона, может быть, на c6 Что поставить. будет на конь Или c3? коня. Конь b5. На d5 пока Так, его можно, съедят, на наверное, d5 мы где-то на ставить его напольника не вывести. будем. Хотя он сейчас будет... А потом Так, конь слон на вышел туда. e7 защитить его. А, нет, подождите, конь e7 не годится, Ага. слон же заберем Кстати, слон белопольник. хорошо так Но это вышел. слишком долго, и, скорее всего, половина Для участников. черных. Турнир, последний тур, просто покинут турнир. Что неинтересно. К сожалению, в онлайне Ну, это пойдем сделать конем пока невозможно туда. из-за Нужно фигуру этих как-то причин. ему Хорошо, уводить. Александр, я понял ваш... Так, Вообще d4 ну, хочется понял пойти. вашу мысль. А короткую рокировку В делать, общем, наверное, напали мне нельзя. У на нас вилку пешка на висит, хотя... d6. Ну да, это только слоном если сначала пойти. Нет А смысла, я, мы по-моему, слоном наверное, стоит, уже и если стоим защитить не b4 не могу, да? пройдем. Хотя, может Хотя быть, нет, почему не d4 могу? Я ходить и не могу будем, ладью потому какой-нибудь что у нас убрать, потому фигуры что так не я очень объясню, видимы почему. будут. Потому что я думал сходить в Кстати, ладья... черные могут d5 Первая ставить, мысль не хотел будет. сходить в ладья Мы c8, заберем, c6, заберут но там просто конем. белопольный пойдет слон Да, на мы d5, заберем, и заберут да. конем. Поэтому не годится. Надо тогда одну из ладей убирать. То, может, конь b5 ходить и не надо было. Ну, вот эту ладью c некуда убрать, чтобы пробуем b, А мы не поэтому даем рокировку сделать в выбираем короткую убрать сторону ладью пока что, потому что на слон e туда на нападает. e8. Так, пошла ладья. Эта идея, наверное, куда-нибудь Кстати, d5. а какая вилка? Я же ферзем закрываю. Я тут что-то продумаю, я же ферзем пункты d6 f5 закрываю. заберу. Она пока на Ну, e5 висит. не знаю, ладно. Пока Скажем висит так, на хорошо, e5, так ходить пусть не будет профилактика. будут. Так, сейчас можно попробовать перевести коня с e7 через c6 на d4, но там уже... не знаю, ну можно попробовать, в принципе, да, наверное. d5 не знаю, что делать. О, конь c6 пошел. Две пешки, в принципе, по Еще бокам делаем стоят. рокировку. По-моему, она делается вот Еще. так, да. Так. Здесь, кстати, если что, я пойду, если она конем ударит, Конь потом, d4. если слон уйдет с пункта c3, то я пешку могу забрать на d2. Ну, да, и d5, и d6 под защитой. Можно, пожалуйста, без подсказок, Артур, пожалуйста. Я думаю, что я хочу уйти слоном, все-таки c3, d4 пойти. Так. Ну ладно, может тогда... все, Потому пешку что и защитил, ферзя поэтому, наверное... открывать, и линию d открывать. Так, у черных король находится на этой линии. Не знаю. Может, забирать коня не надо? В принципе, конь мой пока стоит. Вот, а Ничего не если будет. слон уйдет на Можно b2? пока этого коня вывести, ладненько. Вроде больше 10 ходов уже продержался. Дальше уже можно не переживать Так, там особо. куда-то поскакал конь. Так. На d6, наверное. Слон отошел, хочет пешка c2 на c3, хочет на коня напасть, судя по всему. Если что, тогда разменяю. Тогда я пойду сюда Там на e3 еще слоном. будет вилка от этого Если слона. нападет пешка c2 на коня, ну c3, то есть то коня съем. А там, если слон съест, съест слона. А если пешка, тогда, наверное, придется снова слоном отойти. Да, напала, тогда забираю коня. Здесь я уже сказал, что буду делать. Если слон убьет, бьет пешка, значит придется все-таки отходить. Пошел.
Вот если бы не Быка добавка, то можно, был бы быка у нас маленький все шах, хорошо подскочить по защищено. времени, а новый добавку На пускай. шах Да ладно, слон ничего f7, мы страшного, взял может, и хорошо, королем, что есть. и Надо пешка тоже, на я d4 у на нас, самом в деле, без принципе, под добавку, но защитой надо тренироваться. находится. Так, а надо помнить, что черные могут сделать длинную рокировку. Я примерно понимаю, о Сначала им ком нужно сейчас убрать идет ферзя, речь. тогда король Не будет стоять на хочу c8. поддерживать это, но скажу, что не играет. Там пешку зевнули, Не нет, буду они напали называть. на f6, напали на Я не b6. знаю, по какой причине не играет. Так, здесь пошел сюда. Так, пока вроде ничего не зевнул. На b6 шахом А, замираем. все-таки зевнул, да? Пешка зевнул. Понял. Рокировку вовремя не сделал. Ладно. Ну, в принципе, да, сейчас пойдет разгром. Это нормально. А, у меня еще 28 секунд осталось, я про Так, это вообще можно забыл. напасть на Я тут коня. что-то рассуждаю. Слон На может коня его защитить напали. на f4. Вырублю слона Там тогда. конь e2 нападем. А, ура, А, и мат, мат. да? И мат Да? зевает, да? Да, мат зевает. Ура, мы выиграли Спасибо, первую соперница, за партию, партию. Зевай молодцы. мат, все нормально. Да, с 1 очком. Да, все С хорошо. нашей 1 очко. 0-2. Точнее, 10 партий у нас еще последняя у нас играется, в 9 принципе, вместе. довольно много. Это нормально. Давайте я открою Может, наш что-то чат. еще посчитать. Хотя, в принципе, С все видно было. 3d4 я сыграла в итоге, с 3d4. Я не знаю, кто Надо это. ли? Правда, мне главное участие, Ура, вот, ура. ну, сам процесс интересен. Спасибо И за даже, поздравления. и чтобы от волнения научиться избавляться, Марина когда на тот же все-таки Шри-Ланке мы выйдем. отдыхает, Наверное, ей некогда будем еще стримы пересекаться вести, со турниры стримерами в стримеров играть. будущем, возможно. Аллигатор, привет. Вот интересно, узнать бы, кто такой, или он, или она Вот, Сласиха и Ютуб. да, и завтра с Кто-нибудь вами знает? тоже стрим Если проведен знаете, будет, поэтому, может подскажите, быть, мы пожалуйста. завтра с вами проведем стрим.